писалки для Юли и Кристины. Да. Для этих девочек. Милых очень. Вот. Ой. Да, только что дала автографы двум девочкам. Вообще-то трем, но двум. Вообще-то трем? С Полиной Мышевой и Владом. Вот. И Настей. Вот, гуляем. Гуляли. Дала автографы. Да. Всем привет, с вами Смолинкин. Я и Кристина идем в пиццерию около моей школы, около моей гимназии. Вот. И потом в 2 часа я ухожу на русский гимназию, потому что мне завтра его сдавать. Да, будет завтра, потому что солнце слепит. Вот. Завтра мне сдавать ёбаный день по-русскому. Вот. Я думаю, что я его сдам, потому что русский легче, чем математика. А если я сдам математику, значит русский я по-любому сдам. Гениальная логика. Можно назвать женской, но нет, нельзя. Да. Вот. Мы с Кристиной идем. Ладно, чё ты? Ладно. Ой, ладно, ок. Буду показывать Кристине стесняшки. Стесняюшки, как это? Стесняшки, вот, да. О, боже, это гребаный экзамен. Ладно, буду готовиться. Я ждем. Курить на крыльце запрещено. Где вот это яйцо крыльца, да? С вами же я. Угу. Запрещено я не могу. Россия. Лошадь. О, ё, понятно. Я хочу! Страшно! Я хочу! Эй! Мальчик, надо вступать. Убери с ними лужи. Нет. Я боюсь! Как ваши ощущения? Я хочу! Эй! Вот, супостат. Супостат. Как? Попа. Кто хочет тебе такую попу? Бутылочку воды. Стеночка. Снимай меня к херню. Вот так, чтобы, да, там клиниками. Воу! Вот и все, мои дети. На лошадке! Это полиночка. Ты себя видишь, да? Я просто не запись. Ой, ужас. Я катает лошадка. Я счастливый эльф, а вы нет. Я счастливый гномик. Как я там говорю в видео? Я катаюсь на лошадке. Вы же сейчас поду. Воу, воу, полегче. Лошадка. Ну, как классная, я хочу все лошадь. Вообще, будущее вместо машины у меня будет лошадь. Я буду ездить на работу на лошади. Она поржет. Класс. Говно мне, солнце светит. Боже, я даже не знаю, что это пошло. Катаюсь на лошади. Вот на этой красавице. Красотка, не правда ли? Барак. Барак. Я... Да. Обама. Вот раньше жили лошадки, но потом... Тупо шли они. Лошадки бежали, нет. Чё? Ты классная. Ой, спасибо, спасибо. Сама не сомневаюсь. С нами гуляет генерал всяких хлопцев. Ничего. Блин, так классно. Так я боюсь, это сейчас рухнет. Чуть-чуть здесь. Ты мышка. Мы решаем, это мышка или нет. Классно. Чем здесь мухи? Мухи редко ошибаются.
Всем привет, с вами Валентин. Я вышла гулять с родителями. По ночному изиску? Ночному. Времени. Да, ночь, конечно. Времени очень мало и очень тепло. Вот, но я, у меня расстраивает радости. И, блин, как жалко, что когда ты в наушниках и когда ты записываешь видео, то музыка включается, вот, и мне было очень весело, так что прыгал по улице, танцевал всякую бурду, вот. А так, я начал записывать новое видео, и у меня выключилась музыка. Да. Вот. Я буду писать экзамен. Я опять начинаю свою нудную тему про экзамен. И да, мы идем гуляем. Красивый, в смысле, я никогда его не видел вечером, но сейчас это что-то. Он реально красивый. Я никогда не знала, что он с подсветкой. Fuck me. Fuck me, bitch. Ой. Прикол. Мне нравится наш фонтан. В смысле, он мне идет, мне нравился, но я не знала, что он с подсветкой. Вот. А еще мне так что крикнул кто-то что-то не очень нормальное. Вот. И я понял то, что когда тебя знают многие, это и хорошо, и плохо. Во-первых, у тебя берут автографы, а во-вторых, у тебя куча завистников, которые мечтают тебя побить. Вот. И да, я рассказываю об этом на фоне фонтана. Кстати, это тот фонтан напротив Удмуртского театра и вот отель город Ижевск, парк и... Вот, да. Вообще с мамой гуляю. Да. Да. О, что-то не белый. Ну-ка ты подсветись быстро. Вот. Так, да, это резиденция президента, конечно, там все в огоньках, а площадь в дерьме. Ну, в смысле, без огоньков, да. Резиденция президента вся. Блин, как это говорится? Резиденция президента, господи, меня сейчас выперло. Чуток. Да. Государство, ты не очень богатый, но все же, ну, по сравнению с тем фонтаном, который был чуть выше, этот фонтан вообще пустой и... Ну, там нет, не пустой, ладно, я вам вру. Там чуть-чуть лужа, сейчас спрыгну на него. Опа. Да, и тут чуть-чуть лужится и... Да. Вот вам, дети, радуйтесь. Да, детка. Вот, а еще я открывал тут фонтан, который чуть ниже третьей площади. Да нихера нет, и он пустой. Вот. Расписывайте, девочек, Юли. На тетрадь по математике. Да. Идеально, да. У кого создана группа? Там, где кто-то написал, что он дал мне автограф и типа такое еще. Ой, Настя, класс, Настя, арт. Ой, он Звёздочка июня, это первый раз. Да, всех сразу по-фу-фу. У меня не хватит. Даже подойду поближе, чтобы показать вам мой новый кип. Так, странно. Время. Солнце короче. Короче. Он больше не гонит. Вот. Да, я специально не опустила снимать меня. Голубь. Я хочу изобрать голубя! Голубь, голубь, голубь. Хороший мальчик. Лёня хороший мальчик. Лёня кормит голуби. Лёня голубь кормит голуби. Вы такие суппорты сегодня. Голубь. А, кстати, да, фонтан, который ни хера не дует. Ой. Ну дай голуби пойдёт. Господи, голос. Ой, да, сломайся! Конечно, все понимаю, но сейчас я покажу вам. Боже, что это? Ты, конечно, понимаешь, что они смотрят на меня, что я их снимаю, но... Эй, ла-ла, бари-би-би-би, ла-ла, би-ди-бу-ди-би. Класс. Класс. Блин, капец, это как секта, да. Воу, воу, Олег, да.
Сейчас немного поесть, и я понял. Господи, фокусируйся, пожалуйста. Фу, у него же там мозг, господи. Привет, я хочу передать вам важную информацию. Ну, как важную? У меня есть друг. Его зовут Олег Сюрид, мы познакомились не очень давно. И он вообще четкий чувак, он понимает. И, короче, весь его друзья. Да, девочки, он тоже красавчик. Короче, вот, он находится у меня в братьях. На английском, по-моему, написано Олег Сюрид, сам последний. Вот, поэтому добавляйте его. Спасибо. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick.